И в продолжение темы. Коммунальные службы в связи с непогодой перешли на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство по очистке улиц от воды для предотвращения гололеда. Прогнозы синоптиков сбылись. Второй день подряд идет дождь со снегом. Коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. На ночную уборку мобилизованы 230 рабочих и 26 единиц спецтехники. Следует отметить, к ночным работам привлекаются только мужчины. Они занимаются откачкой скопившейся на улицах дождевой воды. Как видите, ради чистоты города и безопасного движения транспорта очищаем улицы от скопившейся грязной воды. Днем и ночью занимаемся этой работой. Из-за изменения погодных условий работаем усиленно. Вся спецтехника и сотрудники работают в три смены.